приветики! Это Кэрион, и мы продолжаем нашей биомассой покорять человечество. Ботанический сад. Статус безопасно. Хо-хо-хо. Было безопасно, стало опасно. Дергаем рубильник и выбираемся отсюда. В общем, если кто не видел, то в прошлой серии мы подобрали ДНК невидимости. Теперь мы можем быть невидимыми. О, это что, моё, что ли? Давай сожрём. Спасибочки, спасибочки, мы снова большие. Тут проход есть. И можем еще сюда пойти. Ну, пошли сюда, сходим. Заперто. Понятно. А что у нас здесь? Мы можем пролезть вот сюда. Ага. Компьютер. Но залезть в него нельзя, он выключен. Он выключен. Блин, мы не узнаем, что было в прошлом. Пофиг пляшем, написано здесь, по бегущей строке. А, вот вход в компьютер. Но туда тоже не пробраться. Столько ходов здесь. Сюда, и туда, и наверх. Подожди, давай вот сюда сбегаем. Тут не пролезть было из-за вот этой дверцы. Лазер вижу, энергия. Сейчас отложим яйцо. Подзарядимся. И давай пролезем. Блин, ну как так-то? Как так-то? Электричество. Подпитай нас еще. Где-то должен быть рубильник, который заново запустит этот лазер. Вот он. Вот он, этот рубильник. Так. Ну, пошли. О, мы снова лазим по водосточным трубам. Пустили корни. Когда это мы на этот раз вылезли? База Риф Левиафана. О, здесь, кстати, крутые испытания проходят. И ракету строили. Я что, хочу добраться до ракеты и улететь в космос, что ли, или как? Потому что, ну, как бы другого варианта у меня нет с этой лаборатории выбраться. О, здорово, ребят. Смотри, она даже не испугалась вначале. Подумала, типа, ну все в порядке, там мой питомец. Кошечка тут просто вылезла, такая здоровая. С кучей ротовой полостью и глазами. О, кажется, это за нами бегут. Ну что, ребят, вы готовы? Вы готовы? Идите на глаза. Смотрите, желтенькие вот. Вот. Видал желтенькие глазики? Ну что ты, ну что ты злишься? Нет, не так, совсем не так вообще. Иди сюда. Пока он там стреляет, мы тебя сожрем. А теперь иди сюда, ты. Просто, как так получилось, что вон те ноги, они вместе со мной передвигаются? Как так вышло вообще, не понимаю. Как они зацепились за мои щупальцы? Я их вроде бы не держал. Но это выглядело классно. Очень классно. И ты сейчас будешь у меня в желудке. Хотя нет, ты же резиновый. Врубаем рубильник. Открылись нижние двери, это здорово. Тут заперто, до рубильника не добраться. Угу. Можно пробить вот эту деревяшку, и тут можно отложить яйцо, будем иметь в виду. Ну чё, полезли сюда, где открылись двери для меня. Вот эта вода, это скорее всего, знаешь что, это какой-то хладоген может быть, я не знаю. Ну, короче, для охлаждения ракеты. Или реактора какого-нибудь. Блин. Забрал одного чувака, выпрыгнул и схавал. Но по моим щупальцам стреляет. Вот негодяй, а. У меня же есть паутина. Совсем забыл про нее. Иди сюда. Сейчас я тебя сожру. Двери открываются, и вы заходите, милая дама. Так, милая дама ушаталась случайным образом. Не страшно, совершенно не страшно. С кем не бывает, каждый ушатывается. А, вот эту штуку я не проломлю, деревесинку. Надо быть помощнее. Ладно, пойдем сюда. Откроем рубильник. Вот и дверочки открылись. Мне нужно восстановить силы, чтобы пробить... Чтобы пробить ту деревяшечку. Все. Утроба пополнила нам запас ХП. Теперь мы здоровые мутантищи. И сейчас... Здесь же можно пролезть, правильно? Правильно. И сейчас мы пробьем... Ну давай, пробьем здесь. На будущее.
И сейчас пробьем где-то вот здесь. А теперь нам надо быть маленьким мальчиком. Маленьким мальчиком, чтобы пустить паутину. Там же есть вода внизу. Блин, тут не пролезть. Эх, вода, вода. Короче, мы же где-то тут древесину сломали. Вот, вот здесь вот можно яйцо сделать. Ага. Главное потом за ним вернуться, не забыть. Не забыть его здесь. А то люди потом учинят эксперименты над этими яйцами. Мы же смотрели, как в прошлом люди ставили эксперименты над яйцами моими. Они подошли к яйцу, которое лежало в воде, и воткнули туда иглы. Скоты! Они ответят за все. За то, что протыкали. Зачем-то труп ударил какой-то металлической фигней. Они ответят за все. Даже за то, что втыкали в мои яйца иголки. Блин, простреливает скотина. Как быть? Как быть? Блин! А-да-да-да-да-да-да-да! Не получилось на него налететь и растоптать его плоть. Сейчас паутиной попробуем. Готов! Попался! Сейчас сожру твою бошку! Можно было бы оторвать его в бошку? Было бы круто. Все, размотали чувака, хватит кромсать его. Сжал... А, подожди, подожди. Надо было бы вернуться, яйцо забрать, а я забыл. Ну ладно. Так. Здесь есть огнеметчик. По-моему, их тут целых два. Но у нас есть невидимость. Это очень хорошо. А еще есть паутинка. Подзарядимся сейчас с тобой чутка. Чутка подзарядимся. А, нет, это не... А, да, это огнеметчики. А что это включилось? А, электричество заряжалось. Угу. Да блинский, вода, 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 пожалуйста, вода, здесь никак, здесь никак. Чёртовы огнеметчики. Ладно, попыточка номер два. Только в этот раз я вернусь за своим яйцом и заберу его. Давай, яйцо. Вот так вот. Теперь мы вот этой большой массой пойдем рубить этих огнеметчиков бесячих. Но только сперва надо разобраться с вот этим чуваком. Все, готов. А теперь и с огнеметчиками можно будет разобраться спокойненько. Ребят, здорово. Мы сейчас смотри, как сделаем. Они поближе сюда подойдут, и мы просто прорубим их. Вот! Щиты врубили, прикинь, негодяи какие. Какие негодяи, а? Моя рука доползет туда? Нет, не доползет. Точнее, не рука, а щупалица. Щупалица, щупалица, щупалица. Есть один готов. А теперь нам надо срочно до воды добраться. Давай, да проползай, 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 проползай. Фух, успели. А то бы сгорели. А то бы сгорели. Что, сюда никак? Вниз никак, бежим сюда. Ё-моё. Это, конечно, было очень стрёмно. Я думал, сейчас опять сгорю. А еще из-за щита не мог проползти. У него слишком жирный щит был. Тут заперто, идем сюда. О, рубильничек. Угодно. Снова по канализационным трубам сюда, теперь вниз. Хорошо, что это такие канализационные трубы. Ну, в смысле, сточные трубы. Если бы канализационные, там, знаешь, всякие капули бы плавали, туалетная бумага. Ну, неприятно было бы, неприятно. Снова эти двери. Ой, когда же мы с ними закончим-то уже, а? Так. Дотянусь, нет? Как думаешь? Да, дотянусь. Это здорово. Так, теперь... Падай на него, падай. Мимо пролетело. Эх. Чё так скучно? Было бы прикольно, если бы на него эта решетка упала. Ладно, мы откроем двери. Здорово. И просто протянем... Ага, хотел щупальцу дотянуть, но не получилось. Заживали чубаков, как... жвачку. Тут не пройти, надо вырвать. Ну что, мы снова в воде. Снова в воде. Туда никак, есть возможность наверх, либо сюда. Пошли сюда. Тут же интересненько, что же. О, еще одна точка, круто. Нифига себе, как мы тут разнесли все. Последняя утроба осталась. Что, 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 дрон? Был дрон и нет дрона. А, и он еще живой. Живучий какой попался, а? Ты посмотри. А это что такое? Понятно.
Короче, пока дрон был активирован, двери были закрыты. А когда он деактивировался, двери открылись. Чудно. Ой, здорово. Блин. Какая коварная женщина. Ой-ой-ой, в меня стреляет. Коварные люди тут, а? Да ладно, не бузи. Блин, все сломал. Все сломал. Двери не открывай, и будешь целехиник. И будешь целехиник. Ну давай, дверки открой. Я смогу? О! А, нифига себе, швырнул его как. Давай двери вырвем просто и все. Как-то щупалец надо так дотянуть. Аккуратно. А, попал, негодяй. Ты достал, короче. Стреляет тут. Ой-ой-ой-ой, нет, двери закрыть, 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 закрыть. Закрыть двери надо было. Человек-паук. Упа-па-па-па. Да. Вот это ситуация. Ситуация. Не дотянусь. Надо просто трупы пожрать. Просто трупы пожрать и все. Иди сюда. Так, хп восполнилось чуть-чуть. Ага, есть, 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 есть. Все хорошо. Все хорошо, пока живем. Пока живем. Сейчас попробуем, знаешь, как сделать? Тут вот есть вот эта решетка. Получилось. Теперь дотянуться осталось. Захавали чувака. Ну, надо возвращаться к утробе, потому что тут не пробиться. Надо, чтобы утроба нам восполнила хп. Утроба, утроба, восполни хп. Благодарю, благодарю. Ты очень добра. Так, значит. Пробиваем древесину. О, еще одна ДНК, что ли? Ну-ка, 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 ну-ка. Нюка, нюка. Что нам дадут? Что дадут? Гидрофилия. Превращение в клубок червей. Фу. Позволяет протиснуться в узкое пространство. О, годно. Смотри, мы черви. Черви, которые могут пожирать плоть и протискиваться в узкие места. О, вот это да. Круто. И мы тут спокойно можем пролазить. Офигеть. Вот это поворот. Так, мы сюда плавали, давай теперь наверх. Нифига себе. Нифига себе. Ха. Кому расскажешь, не поверит. Биомасса. А, червями мы становимся только в воде. Ясно. Ну, это даже хорошо. О, последняя точка. Круто. Сейчас откроются ворота. Жалко, конечно, что до чувака не докопаться, который за компьютером сидит. Вот этот вот. Вот этот вот чувак. Может, я дотянусь, нет? Не, не дотянусь никак вообще. Вообще никак. Ну и ладно, пошли тогда. Ого! Вот это махина. Обалдеть. Черт, 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 черт! Фига себе. Мне кажется, я знаю, как его бомбить надо. Сейчас. Вот так вот. Ударами мощными. Все, 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 целится. Мы ему почти башку снесли, а он все равно стреляет, скотобаза. Ой, ладно, пойдем еще разок. Надо было паутину пустить, попробовать. Может, паутина его как-то сдержит? Как думаешь? Короче, я понял. Когда он стоит спиной, надо спускаться и фигачить его. По-другому никак. Мы сейчас сделаем, знаешь, что? Вот сюда вот так вот спустимся. Он сейчас сюда встанет, и мы подкинем его. Не, не получилось. Не получилось. И он нас запалил. Так, так, так. Он проходит. Мы вылазим. Есть удар. Поднимаемся скорей. Так, он идет спиной. Спиной, но смотрит сюда. Наверх, 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 наверх. Успели. Успели. А там человек сидит внутри, оказывается. Да, блин, когда ты такой длинный, вообще нифига. Фух. Ну, вроде успели.
Ну чё, чуть-чуть остались. Так, снесли бошку. Успели. Ай, промахнулся. Сейчас сверху попробуем. Есть, наконец-то. Наконец-то. Расшатали этого робота и того чувака, который в нем сидел. Это прям какая-то битва с боссом была, слушай. Сложненький был чувачок. Можем сюда пролезть, а что там? Что там? Подожди. А, это мы вернулись к этому чуваку, который за компом сидит. Ладно, идем сюда. Снова в червей превратились. Так. Осталось только понять... Подождите. Осталось только понять, как нам вернуться к трубам. Точнее, не к трубам, а к дверям. А, вот они. Ну все, тогда заходим. Получено достижение на дне. Новые земли, топ. База Риф Левиафан. Крушить, ломать и месить. Ну что, я думаю, что стоит закругляться. Это было очень круто, особенно когда ты в черве превращаешься или невидимкой становишься. Очень интересно, что же будет дальше, какие ДНК нам еще предстоит поглотить. Ну а на сегодня это все, если тебе понравилась эта игруха, то не забывай ставить лайк под видео и подписываться, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь, пока, увидимся в следующем видео.